Всем привет, дорогие зрители! Я сейчас нахожусь в районе Махмутлар. Прямо в центре Махмутлара продается двухуровневая трехкомнатная квартира 2 плюс 1 с видом на море. О, дорогие зрители. Вон. Не так. Новостройка. Проект был сдан в 2020 году. Продают мои друзья. Квартирка под ключ. Этаж здесь 8, как 9, 10. Рядом есть вся инфраструктура для жизни. Это улица Барбаросса. Там у нас сеть магазин 2М Мигрес, рестораны, 82 Салы Пазар, банкоматы, банки. В той стороне башня часов Махмутлара, 150 метров впереди. До моря, если идти так и направо, 230 метров. Если в ту сторону, 250 метров. Здесь у нас первый балкон. Вот. Так. Сторона юго-восточная. Спальня 12,5 квадратных метров. Кое-что хозяин заберет из квартиры. Так, шторы закроем, чтобы потом не подниматься. Это прихожая верхнего этажа. Эти тарелки хозяйка тоже заберет. Это подарок. Люстру я сам вешал туда. Так. Первый санузел. Большой санузел верхнего этажа. Большая душевая кабинка. Проточный водонагреватель фирмы Weight Electronic. Это у нас хозяйская спальня. Шума от дороги нету, окна открыты. Это стекло. Тут 14 квадратных метров и большой второй санузел. Так. Ходим. А также еще один санузел на нижнем этаже, но там душевой кабинки нету. Три санузла, две душевые кабинки. Очень хорошая квартирка. Теперь спускаюсь я вниз с мраморной лестницы. Вы куда? Мраморные лесенки. Высота потолков 208 сантиметров. Сейчас включим свет. Вот. Встроенный шкаф большой. Там личные вещи не буду показывать. Комедина остается, кажется, телевизор забирают. Мебель фирмы Mondi Home. Вместе выбирали. 2 года назад. Или год с половиной, год, кажется, не помню. Эти статуэтки заберут. Личные вещи. Розовые шторы. Холодильник вот этот забирает Bosch. Бытовая техника Archi Leak. Посудомойка SEG, стиральная машинка фирмы SEG, холодильник Bosch. Здесь все с доводчиками. Большой холодильник, кушать есть, есть. Санузел без душевой кабинки. Также есть тут кладовочка отдельная.
Ненужные вещи можете поставить туда. Тут 105 квадратных метров чистая жилая площадь. 130 квадратных метров брутто. Вот здесь большая столовая. Она еще открывается. Кондиционер Арчилик 24000 БТУ. И второй балкон. А также вид на море с этого балкона. Вид не закроется, так как там отель. Я сейчас спускаюсь вниз, покажу вам территорию. Инфраструктура. Тут одна беседка снаружи, генератор и лифт. Все. Цена этой квартиры 150 тысяч евро. Новостройка. 2 плюс 1 под ключ. Звоните по номеру плюс 90-555-064-9110. Не закрываем ролик, снимаю здание и то, что здесь есть. Вышел я в коридор. У нас здесь вот такой просторный коридор большой. Лифт. Вместим 6 человек. Сейчас спустимся вниз. Лифт ушел. Я сейчас спущусь вниз и покажу вам территорию. Так. Есть видеонаблюдение. Вот камера. Также все под паролем. Беседка. И в этой стороне у нас генератор. Также парковочные места для велосипедов. Вот фасад здания. Сона Сити, Б-блок. Тут два блока. Строил застройщик Топчу. Под зданием сеть магазинов LCV и Сити. В шаговой доступности маркет BIM под этим зданием. Вот. И субботний рынок. Вот на этой улице, в той стороне и в этой стороне. По субботам. Бургер Кинг известный. Караджа. Посуды продают. Акбанк. Айдат у этой квартиры нету, так как все жильцы решили бассейн туда не устанавливать. И айдат из всех денег оплачена до конца года. Вот Бургер Кинг, Гарантия Банк. Позади меня два Эмигрес, а там 150 метров впереди башня часов Махмуд Лара. Итак, теле. Звоните по номеру плюс 90-555-064-9110. С вами был Агасий, Солнечный Лани, район Махмутлар. Всем пока-пока.